описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбо. «Добро пожаловать домой». А теперь будь очень, очень настрём. Всем привет, с вами канал Ведьмак, меня зовут Дима, я продолжаю проходить по четвертому выпуску очень интересненькую игру Metroid 333 Redux. Всем приятного просмотра. Также ссылайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, чтобы такого больше присылающего не жили, чтобы узнать первыми о выходе моих новых видеороликов. Скоро времени я буду проходить на своем канале такие еще игрушки, как Arkai, Arkai 3, Resident Evil 6 и так далее. В общем, очень много раз я прохожу, мне будет на моем канале. Еще раз, всем приятного просмотра. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыну ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмурок набредаешь. Они как камень твердый, замороженный, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Понял, спасибо. Так, что тут у нас? Ага. Да, прикольно, конечно, вернуться спустя 20 лет в такой бедный город, а? Это очень круто, реально. Так, может что-нибудь... О! Филитер. Идеально, пригодится. Сколько сейчас у меня запас? 4 минуты. Угу. Еще один лайфхак. Где можно противога снимать. Вроде бы тебе нормально время добавляется. По-видимому. Работало, реально. А может просто представить с вами, я не знаю. Паника пробовал его осмотрел. О, я нашел ключик. Только где-то сильно надо будет это сильно найти. Идеально. Так, опа. Ух ты, что замудило. Сдохни, тварь. Так, подарочки. Все нормально. У меня все в кровище. Так, у него телефон на трубке. А и было время, наверное. Сейчас особо ими никто не пользуется, даже у нас. Наше время. Так, тут, честно говоря, так очень даже сказать стремновато, страшно, то есть 20 лет прошло после, спустя, блин, всего эти мировое, это ужас, не, это реально ужас. Так, ладненько, наш путь продолжает, самое главное, мы цель близка. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Готов, готов. Бурбон классная машинка. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухарю. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Мы как добазарились. Окей, окей, согласен. Вау, как-то страшно и одновременно красиво. Пацан, начкуйся! Угу. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, мечкуйся в любую щель. Понял. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Суки намного лучше. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артём. Не, правда, посмотрите, сам очень просто, очень реально красиво. Просто реально супер. Снег, ладно. Я тебя поймаю. Ага, окей, давай. Мне так не прёт-то, а? Я так поймал, блин, а? Ничего не скажешь. Что делать? Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужу, они радиоактивны. Учишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами?
У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть экспозиция ордена. И не тормози. И главное, Артем, главное, не ешь желтый снег. Смешно. Понял, понял, мать, видите, написано, живи в удовольствии. А, какое удовольствие, бля. Бегать, спасаться, блин, скрываться от всех мутантов, правда, блин, демонов. Или же сук. Ебать вашу мамашу. Сука, блин, твою мать, а. Сука. Ебать, мне же сказал, будем прятаться. Куда он меня кинул, сука? Твою медя. Иди нахрен. Сука. Сварёдненько так. Сейчас надо пробраться как-то. Да иди в жопу, мило. Парень, какой-то подорог наше путешествие дальше. Так, печать. Значит, карту взглянем, а. Куда нам именно идти? Так. Ага, это мы знаем, что это пятый город. Отыскать Бурбона. Будет сделано. Перебраться в ту сторону. А, во, все. Перебрались. Дальше, наверное, сюда пойти надо. Скорее всего. Вообще, интересно, когда идем. Так. Давайте повазим. Я с удовольствием повазил бы на все что-нибудь интересненькое. Так, спицер заканчивается, понял. Вот, прицел. Круче, чем мой. Чего бы на халяву не взять. Бля, кстати, вы как-то пришли подвинуть обожить. Сдохни, тварь, под боку не позовешь. Да ну ёб твою мнете. Кто ж мне от вас прятался-то? Может понесло меня? Ну да, не тут-то было. Тут понесло, блин. Есть, сука, сдохла, да? Нет. Есть, ты точно сдох, ублюдок, а. Я же самый уровень классный загрузки себе поставил в игрушке, а. Ты мне уже сомнение, что я пойду. Так, тут ничего нету. Фонарик у нас там. А, ну все, надо нуле, бля. Думаю, что-то дерьмово светит, да? Так, все, Ваня, Бурбона ждать не будет. Может, даже его убьют. Надо срочно искать. Опа, вот это сейф. Зашибись. Ага, ну-ка, сюда нас ждет. Опа, патрончики. Зашибись, классненько. Так, тут больше, наверное, ничего нас не ждет. Все, идем дальше. Так, может, лестница где-нибудь есть, а? Подняться. Опа. Значит, туда. Сходим. Сука, сдохни. Ёб твою мать, а. Ебать, они жесткие ублюдки, а. Сука, я понял, тебе мне куда идти надо, а. Все, эта тварь меня тебе не возьмет. Блин, сука, так по-тупому умер, а. Просто реально очень трудный уровень я поставил себе в игре. Блин, сука, хрен тебе возьмешь. Так, все, сейчас запомню, что если будет несколько. Быстро кушать, если взять. Кушать, ебиду, Ваня не приснял на двоих. Сдохни, ты ублюдок. Это еще тварь, а? А, вот она, сука. Ебать они, конечно, валят, да. Блин, капец, поворота, может быть. Фух, блин. Всю жизнь я бы поимел. Так, ладненько, все. Тут у нас фильтр был. Угу. Так, тут у нас что-нибудь интересненькое, может, найдем. Ладненько, я знаю, все, быстренько пойдем. Все, пойдем по лестнице. На лестницу поднимемся. Понял, придется заканчивать, если минуты осталось. Ладненько. Идем.
Сдохни, мать. О! Отлично. Парень, как можно предлагать мне нельзя? Ладно, нельзя. В принципе, так нормально. Идем дальше. Дверька не откроется, Ваника. А еще мы что-нибудь дети придут найдем в этом здании. Интересно даже. Так. Блин, ты даже не поднимешься на облом, Ваника. Не пасть опять глюки или что-то такое. Это надо сказать еще предупреждение, что я должен сделать. О, туалетики. Ошибись, какие чистые. Ого. Бля, опять стёпа. Это Яны, Яны. Стрелочка намекает, намек туда идти, да? Погодьте. О, идеалиш. Ага, все, я понял. А птичка нельзя? Нет, птичка, походу, мне не нужна. Так, ладненько, все, сейчас повазию тут. Найду документы. А где тут ничего нету? С крем-площадком. Ладненько, идем дальше. Скорее всего, мы сюда сходим или не пойдем. Что-то интересное, может, найдем. О, что-то чистые штука начнется. О, может, круче добавик. А это не добавик. Блин, то оружие потом мало, наверное. Что я использую своим добавиком. Как-то я ему больше доверяю. Опа. Зашибись. Так, сейчас кадр подпереть меня, приготовиться. Понятия не имею, я уровень жесткий поставил. Как мне шестап не работает, просто такие гранаты использовать. Сука, первая. Сука, вторая. Давайте подходите, я готов, а. Что не будет? Слава богам. Так, бля, не бег обратно, надо подняться по лестнице. А, давайте быстренько сбегаем. Потому что там проход было. Дальше. По лестнице, видишь, что предвышка трясется. Ну, Артём. Просто такого паситого. Так, всё, я не помню, куда идти. Угу. Вы сохранилочка тут, блин, сразу. Вот, не говорю, сюда надо. Пойдем, посмотрите сами, очень-очень тут красиво. В то же время и очень опасно. Сдохла тварь. Есть. Чтоб подлогу не вызвали, а? Явно, скорее всего, 100% не встречу, а? Это явно. Сука, мутанты на везде. Это же было прикольно, как отсюда. Я хочу игры потом сделать, а когда игру пойду, я теперь как сделать игры фильма со всеми, всеми катсценами, а? Правда, будет их нелегко выбрать, а? И вместе собрать еще, чтобы получился игры фильм. Но я постараюсь. Так. Также давайте подписаться на мой канал, затворить этому видео обязательно. Я очень буду рад, если вы поставите лайки, я правда стараюсь, я для вас. Мне очень будет приятно. Всем огромное спасибо. Так, куда мне идти, блин? Ого. Может все изменить?
Вау, как красиво было. Правда, тут что-то можно найти. Бля, опять эти ублюдки. Ого, видели? Куда опять эта тень? Так. Я готов. Я, скорее всего, явно не пойду, ладно, придется сюда дальше идти. Так, тут, скорее всего, сталкеры ночевали, а? Или обычные какие-то бандисты, которые искали решил приключения. Так, ладненько. Сейчас, сука, несколько. Может, уже убежали все. Ладненько. Видишь, как очень красиво было, правда, кайпа. Уже мелы погубили, а? Реально, это просто ужаса. Не хочу, чтобы реальность такое было, на самом деле. В игре я по-настоящему. Опа-на. Я же давно валяется. Мертвый. Отлично. Хотел гасить самое то. Все, погнали. Во-во-во-во. Вот сюда, ага. Так, сегодня это сейчас с хайпового бона. Нашего. Опа, опять. Или где он какой-то особенный? Умеет вообще мне до конца умечиться. Мерка, спаси жизнь, еще остальное у нас спасителя. Сдохни, тварь. Ой, блин. Как твою ж мать, сука, обозрал тебя. Реально причем, а? Блин, а что ты реально любит? Я уже на появился. Блин, это реальная игра. Сука, блин, повторенная, на реально очень классная. Правда. Опа. Не, обломчика. Ничего нет. Даже заметок нет. Какая заметка найти, да? Тут ни одной пока не нашел. Ладненько, идем дальше. Походу, наверное, плохо еще. Тут магазинчик, скорее всего, был где-то тут. Ага. Пойти, мороз. Так, опана. А я тебе же был, уже ходил, лазил. Так, впереди, сколько там осталось, минута 30. Опа, 5 минут. Либо после опилить тарчик, либо лайфхак работает. Лайфхак, ага. Так, Вадик, куда нам идти? Ты... Хочу сейчас бы компас посмотреть. Ага, прямо. Все, понял. Так, что-то тут. Ёх, повезло, получилось. Да мне очень тут нравится. Ну, если бобы все не разрушены, имею в виду красиво очень, а? Правда. Блин, бобу надо найти, срочняк. Опа, тут очень... Как Губан сказал, главное не есть желтый снег. Вот это все радиоактивно. Надо сейчас в воду еще не упасть. Блин, а? Это демон. Ну типа бы его убить, а? Мне просто интересно, можем ли мы его убить? Нет, не повезло. Да по крайней мере я его ранил. Уже, да, тебе будет меня бояться, я думаю. Ебать, этот чувак он явно не сейчас сожрал. Он здесь давно умер. Вот это барабан, скорее всего, 100%. Скорее барабан, то есть и меня здесь никого больше нету. Так, тут навряд ли я пойду. Опа. Так я и был, как я так и думал. Так, ладненько, идем. Опа, опять. Как говорится. Что, нельзя? Ого. Есть, работала. Взяли. Сейчас подорвался. Буквально пока сидеть покажу. Опа, еще одна ловушечка. Реально, вот еще классная ловушка. Ты задеваешь, тогда тебя убивает. Так. Ой, сука! Сука, ты мою же мать, а! Ебать, я лох, а! Сука, поверил. Действующая ловушка. Ладненько, будем время идем дальше. Это действующая ловушка. Блин, еще одна.
Есть, работало. После хотел отрезать правую, что-то не получилось веревочку. Опа. Так у нас, как я понял, был офис что-то такого, а? Даже мой компьютер без них не видел. Раз такая же. Так. Заметок что-то я не нахожу. Странно, вот тут больше ловушек. Это Хантер. Это Хантер. Увы, Хантер не вернется. Моя главная цель сообщить новость. Посмотрите, будет их мельнику. Так, по логике, скорее всего, не скорее всего, это был мельник. Я, скорее всего, наверное, подобрался для него. Только через очень много опасностей, если жопе, я говорю, очень много опасностей связается я при встрече, так сказать, приключений, не имею в виду. Так, ладненько, идем дальше. Фонарик. Пошли дальше. Тут фонарик, в принципе, не нужен. Вот так вот снять. А этим, чтобы еще лучше увидеть. Чего? Раз хоть поменял себе уже хорошо. Скрипы не пришли мои новые микрофоны. И камера. Это хочу снимать только камера прохождения игр. Правда. Да, смотрите, мой канал по достоинству. Я начинающий геймер, я знаю, что я много чего не знаю, я учусь. Правда, скажу вам, что признаюсь. Это не так легко. Очень трудно. Но я учусь реально. Я люблю картинки, описание, тейки, выставлять и все остальное. Смотрите меня строго. Хоть мой канал уже давно создан, я только начал недавно нормально заниматься им. Недавно. Потому что раньше вообще не разбирался. Как и мне друг подсказал, что как его делать. Начал это делать. Зовут его Данил. Надо сказать, даже сказать два друга. Данил и Олег. Они мне помогли мой канал более-менее улучшить. Подсказать, что как делать и что лучше не делать. Спасибо им. Огромное. Так, больше, думаю, ловушек не будет. Так. Опа-на! Месечка. Сука, фильтра. Ой, да. Заканчивается воздух. Так, сколько у нас там времени? Это мне просто интересно. 4 минуты. Да. Очень быстро теряется, походу. Ой. Блин, сука, это же радиоактивное, я сейчас открыл. Ух, повезло, блин. Поэтому у меня быстро и тратился. Опа, не ради этого пришел. Так, все, идем. Падай, если вы... Если добиться код под лучше патрон осталось, не кстати, самый жесткий уровень. А чего не будет показывать, что код патрон осталось. Это, конечно, минус на этом уровне. Но называйте жесткий уровень. Так. Сейчас, наверное, скорее всего уже был бончик, а я уже говорил к воротам идти. Вот ворота. Если я не ошибаюсь, конечно. Ну да. Потом барабан. Здорово, барабан. Ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жду. Не, я крутой. Почти пришли, еще один двор остался. Понял, еще один двор. Я помню. Что погодь-то? Сейчас заметки я что-то ни одну не нашел, а? Сейчас по-тупому как-то получается. Опа. О, кайфа небо. Сказать, привет, Добинг. Че, куда идем? Вот здесь что-нибудь интересненькое можно найти. Нет, тут ничего нет, нельзя пробраться. А во, вот это туда скажу, а? Видеопрокат. Еще не прокачу. Опа. Опа, и ключик. Еще здесь есть можно найти. Значит. Сука, опять же демон гребаная, или как мне выглядит бурбон, сука. Опа! Ах, нифига себе. Я понял, после погоди, я нашел прикольное местечко. Опа, вот и заметка. Так, господи, как я же рад был встретить тот
другую живую душу, пусть это был и Вурбан, да он мне был рад. А ведь мы с ним не друзья, так случайные попутчики. Вижу тут на поверхности, понимаешь, один человек должен держать друга, потому что все остальное, с чем приходится тут учиться, столкнуться, враждебное, смертельное, опасное, чужое. Сто четыре, блин, плохого-то игра, я только одну заметку нашел. Пипец, а. Я, честно говоря, на заметки сейчас не играю. Так, тут у нас что? Нет, тут мне вообще прикольненько. Правда, первый раз такую точку встречаю, блин, реально. Оп, вот он, сейф. Вот сейф и почти все нашел. Вау, тут, конечно, хорошо затарился. Так, больше нет заметок. Что-то реально заметку, я еще две найти надо. Они понятия не имеют, их искать. Блин, за фильтр поменять. Так лучше стало. Сейчас храм сталкера. О, ага. Так сказать, значок специально сделали, чтобы люди все придут. Привет, я. Нашли, так сказать, взяли себе фильтр. Если, конечно, ключ найдут. Если все выживут здесь. Да, мы с Барбором не друзья, но мы все через много, я кажется. Сейчас заварушка будет, а? Обычно когда они так воют, блядь, значит, в виде. Сублюдок, а. Достали вы уже. Помню. Маршрут снег есть, да, помню. Еще главное. Фу, блин, я птичку здесь использовал. Блин, а. Как так-то, блин, а? Что в этой главе ее в этой части что-то охуеть, капец, как, а? Может, погодь, я быстренько схожу. Очень важно сейчас взять в сейфе. Все, царь себе не сдох, но капец. Блин, я уже. Раза три сдох, а? Это у меня лоха. Честное слово. Так, это туда я взял. Да, взял, все куплю, скажу, я зашел как бы так, все. Надо быть готовым. Фильтр поменять. Не задохнуться. Сука, выбрать гранаты. Угу. Да или пустота пока это обожается, ничего не поймешь. Че как? Сука, чё ты такая невдыхаемая, да? Главное чё, помнишь это? Помнишь? Главное, желтый снег не есть! Помню. Есть, а, говорите ясно, сука. Ёбки, а. Чистенькая, бля. Ой, молодец, барабан, а. Ебать, они, сука, мутанты жесткие, бля. Типа, ебаные. Типа, как это, бля, носочки, бля. Есть, сука, всех убили, нет? Да, всех. Твою мать. Да ты пойдешь, мать, блять, а? Ё-моё. Сука, отпусти, а. Сука, вот он, вот, а. Оба, ты где? Да, сука, отцепись от меня. Сами как себя был ведьмак, продолжение следует. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.